На 41-м году жизни скончалась известная певица Жанна Фриске. Об этом сообщают ряд российских изданий со ссылкой на ее отца. О том, что Фриске опухоль мозга, широкой общественности стало известно в январе 2014 года после официального заявления ее гражданского супруга, телеведущего Дмитрия Шепелева. После этого поклонники собрали для актрисы около 68 миллионов рублей, больше, чем требовалось на оплату ее лечения. Часть средств Фриске перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Певица, в частности, проходила курс лечения в Нью-Йорке. Жанна Фриске получила широкую известность благодаря участию с 1996 года в группе «Блестящие». В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Также артистка снималась в фильмах, таких как «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины». В апреле минувшего года она родила сына в Майами. Добавлю, что пока о смерти Жанны Фриске сообщил только один источник. Мы будем следить за развитием событий. Explode.